Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Гарри и Лиза продолжают радовать поклонников своими талантами. Вчера они сыграли в четыре руки на пианино. Самую первую часть, потому что мы вторую мы еще не выучим. Хорошо. Лиза, тебе свои чудо, потом я свои. Моя любимая украинская песня. Близнецы Гарри и Лиза Галкины, безусловно, самые популярные медийные малыши нашей страны. Родители двойняшек Алла Пугачева и Максим Галкин много внимания уделяют развитию своих детей. К своим 7 годам Гарри и Лиза уже многое умеют. Максим Галкин часто рассказывает об успехах и талантах своих наследников. И каждый раз его показы, посвященные Гарри и Лизе, вызывают шквал эмоций у поклонников звездного семейства. Недавно шоумен поделился прекрасным видео, на котором запечатлено, как брат с сестрой играют на пианино в четыре руки. Дуэт готов, почти, подписал коротенький ролик Максим Галкин. Гарри и Лиза старательно нажимают на клавиши и смотрят на папу. Хорошо, подбодрил наследников звездный отец. Затем у пианино остался только Гарри, он объявил и исполнил свою любимую мелодию. Поклонники восхитились талантами звездных детей и поблагодарили Максима Галкина за доставленное удовольствие. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.